округ принимает всероссийские соревнования по боксу среди юношей памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова. Эти юбилейные 25-е игры собрали более сотни юных боксеров. Один из лидеров промежуточных состязаний – люберецкий спортсмен Арцруни Хачатрян. Но впереди еще финал, и он-то выявит сильнейших. В прошлом воспитанник люберецкой школы бокса. Теперь Евгений Кацнельсон сам дает ученикам напутствие и верит в их победу на турнире. За плечами больше 30 лет тренерской практики. Мастера спорта и известные учителя по боксу в числе его учеников. У меня есть много воспитанников, которые уже взрослые. Вот есть один воспитанник, который Академию бокса в Москве возглавляет. Это Олег Жадобин. Вот здесь есть, которые вот здесь уже судьями работают. Арцруни Хачатрян – воспитанник Кацнельсона, победил в предварительном бою. За свои 13 он поучаствовал в 71 соревновании по боксу. Победу одержал в 65 боях. Первенство России, Европы, а дальше все по плану. Борис Лагутин – легендарный боксер, чемпион Советского Союза и Европы, до сих пор участвует в боях. Сегодня в качестве почетного зрителя. Я от всей души благодарен тренерскому составу. С которыми вместе участвовали в одних соревнованиях. Здоровья всем, радости, счастья. Не останавливаются на достигнутом и организаторы соревнований. Впереди грандиозные планы. Этот турнир сегодня 25-й по счету. Мы хотим его сделать более массовым, провести на базе этого памяти Островерхова турнира, сделать спартакиаду турнира. И наше участие – это помощь развитию детей, чтобы детишки ушли с улицы, занимались спортом. Медали, кубки, дипломы и ценные призы. Такие награды победители получат в первый день лета. Мария Кузьмичева, Анастасия Юшкевич, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.